Спасибо, ребят! Ну что, как заходит такое, нормально? Дайте шум, если заходит. Вот, другой разговор. Что там на других сценах происходит? Что-нибудь интересное есть или так? Нету, да? Понятно. Ну, короче, нас тут сегодня не так много, надо полагать. Но должны услышать все, что у нас сегодня здесь происходит, ребят, потому что хочется подарить вам хорошую музыку. Поэтому идем дальше, поехали. Немножко брака, да? Немножко брака надо добавить. Все окей. Ну тогда идем дальше. Не вижу поводов тормозить. Поехали. Мы не погибли, а те ноги не хуже. Мы не погибли, набираем бой.
Едем дальше, погнали, погнали. Ведь остался.
души, как они молятся за меня. Чтоб нас к вам проснулись, дай без шума. Теперь немножко рэпа такого, да, лайтовенького, хорошего, да. На всю вашу аудиторию есть треки, которые зайдут по-любому кому-то из вас. Поехали! Как так? Ты мне говорила, как так? Не порт настроение. Я тебя заполнил теперь, как солнце, которое не греет. Истина добила меня прессами в него. Клари замороженными белые цветы. Хочется веселиться, но по музыке вино. Больно от него, или это ты? Самоволенных и долга. Полиция этого, но не торопятся. Это похоже, я родила по мотора. В окнах, когда тебе ноги, тогда не мало печаль. Одинокими людьми, цели погибать от любви. Куривали фильтры, мне помазали двери, да на них. Не писали, что хочется жить. И мы не могли ехать. Кстати, эти львы шикарные. Михаил, Валентин, Илья. Отлично, ребят, поехали дальше. Слышишь меня? Это как долго не
плачь. Я просто хочу быть лучше. Видишь, какой я красивый, какой я бездышный. С тобой побазарим за то, как правильно понять, что пробиться с колен. Уходи, как это было, ты кормится, чтобы она так же, как и я, погибла на земле. Чтоб узнал, что уже бы как нет. И танцующий Диана сказал мне привет. И скрылся во тьме. Еще на нас сейчас. Спасибо, ребят, спасибо. Да, сегодня вечер нестандартной музыки, это 100%. Поэтому будем чередовать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Москва, лучшие, красавчики. Молодцы. Все, теперь немножко расслабимся, немножко подрасслабимся. Такой небольшой релакс, поехали. Вот, красава, кто еще? Вот и с телефоном. Большой поп. Давай, дай шуму нам всем. Давай, вот так вот. Давай. Не можешь, Никол, давай ты за него. Все, нормально. Не поломай, потом расплачиваться придется нам почему. Окей. Так, ну все, собрали сейчас всю энергетику в кулак нормально. И давайте сделаем мясо сейчас прям хорошее. Поехали. Yeah.
отымлять! Уходить? Нет, я еще буду здесь. Всем назло. Чё говоришь? Привет. Привет. Ради тебя поставил специально, чтобы она сейчас была. Так, да, у нас эмоциональные качели, биполярная музыка, поняли, да? Вот, сейчас немножко мрака привнесем, да, чтобы потом обратно всползтись вверх. Поехали. Каждый день, но иногда то, что это все так нравится тебе.
Что, как настроение? В эмоциональной качели никто не упал, все нормально, да? Держимся, да? Отлично. Сейчас будет разгрузка, все нормально. Поехали дальше. Тут мне ваши руки нужны очень активно, потому что это мясо. Далее нет. Он про каждого из вас. Он про то, что как бы не было больно, как бы не было печально, грустно и так далее, нужно всегда вставать и идти. Тупые банальные слова, но вот так они и работают, к сожалению, или к счастью. Вот, поэтому это для вас. Поехали. Пошумите нормально. Красавцы. Я просто не пытаюсь казаться лучше, чем есть. Попытки доказать себе, что ты лучше, чем спеш. Может быть, муж на пенсию поем, но на вряд ли первый вечер купер. Но просто сика меня яркое время. А какие богам ты подскажешь, вот и вот есть вопрос. Хочется быть ближе к тому, что там синий светит. Шестью пар знал, что ни разу не видел денег. Но видел, как пальцы кинул на голову. Ходится по полете колеса. Все получится, братиш, главное, где ты где-то спать. Папа, мне ломать много, я одна. Как от боли не сжимается пила. Мне хочется сказать тебе, как сильно я устал. Но не знаешь, не сейчас, а где-то мы спасти. Как ты не сам, ты разбиваю ноги, убегаю по лесам. Что мы сказали, смотря на красные глаза. Что не здесь, не деньги. Спасибо, ребят, мы лучше. Ты мастера цветочки, ведь вечером нужно двигаться обратно.
кит, обломайтесь, не победить. Вот мне ветер, вот мы вместе, что-то блестит. Перевести, что Бог сохранил нас, без победы меня так дико. Ты же не хочешь делиться кипиш, а если я по земле приведешь, только ты всегда вот так не выйти. Свои песни. Надеюсь, вам всем зашло, всем понравилось. Увидимся на концертах. Другая музыка. Спасибо, ребят!